Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы вступили в Братство Сторонников. Там нам дали задание. Нам нужно найти обломок секиры из Грамора. Он называется Вутрат. Где-то тут он находится. Но вот где именно? Сейчас узнаем. Сначала мне нужно проверить. Тихо. Беспокоен Драугр, кстати. Довольно-таки сильный. Но уже не для нашего уровня. Тихо. Что-то я не мог двигаться. Пакость всякая. Замок закрытый на мастера. Это, я думаю, мне не светит открыть. Хотя попробовать все-таки стоит. У нас куча отмычек, так что можно маленько. Нет. Не смогу. Так, ну ладно, давайте поднимемся по новой на этот холм, с которого мы пришли в предыдущей серии, и найдем тут вход. Ага, а вот и вход. А вот и ты, Фаркас. Фаркас. Нам нельзя останавливаться. До встречи. Так, ничего, спрыгивать туда, что ли? А, вот лестница. Хорошо. Погнали. Надеюсь, Фаркас, у тебя со скрытностью все в порядке, потому что я люблю играть в стелс. Если ты будешь мне мешать своим грузным перемещением шумным, то придется с тобой что-нибудь сделать нехорошее. Так, надо сохраниться. Где-то у нас Двемерский луг горения. Похоже, тут кто-то копал. И недавно. Легче шаг. Где ты увидел, что тут кто-то копал? Лопата. О, кирка. Мне ж кирка пригодится. Битва при Санкр-Торе. Что за сундук? Новичок-то, я думаю, мы вскроем. Тут вообще не пришлось ничего двигать. Так. Ага. Хорошо. Осторожнее с могильными камнями. Не хочу тащить тебя на горбу. Тихо. Уже заметили. Заметили, скорее всего, его. А? Да, с ним о скрытности можно не говорить вообще. Ой. Ты откуда тут взялся? Кстати говоря, мощный тварь. Че, с ним все, что ли? Он будет, значит, за мной присматривать, да? Хорошо, ты за мной присматриваешь, я смотрю. Фаркас. Фаркас, хрен тебя разберешь. Так. Давай, дерись. Мне нужно отдышаться. С
Хорошо. Так, золотые, что за длинный меч? Ничего особенного. Во-первых, с тобой скрытности никакой. Во-вторых, ты, блин, драться не умеешь особо. Вроде все спокойно лежат. Вставать вроде некому. Ух ты! Опять паутина. Стрекозу возьмем. Ненавижу пауков. Так, я надеюсь, вы точно мертвые. Вставать никто не будет в самый неподходящий момент. Хорошо. Надо сохраниться. Пока что они не показали какой-то особой силы, но при этом... Кто нас заметил? Но при этом вполне были способны. И что-то увидел там. Ладно, пойдемте узнаем. Пентаграмма душ, трон. Ничего особо-то и нет. Так, так, так. Хорошо. То ли я сегодня уставший, то ли чё, ну... Чё дальше-то делать? Может, ты мне чё скажешь? Нам нельзя останавливаться! Хорошо. Возможно, на трон сесть, чтобы дверь открылась. Хотя это глупо, по-моему. Да, это и правда глупо. Так, ладно, давайте осматривать. Сегодня у меня рассеянное внимание. Сегодня я впахивал со страшной силой. Инструмент для бальзамирования. Обалдеть. Какая пакость. Возможно, тут нажимные пластины какие-то есть. А, вот. Тихо. Фаркас, вручай меня. Только посмотри, куда тебя занесло. Не волнуйся, просто сиди и жди. Я найду рычаг. Ты посмотри. Пора сдохнуть, пес. Мы знали, что ты здесь появишься. Большая ошибка, соратник. А это кто? Это не важно. Он носит эту броню, значит умрет. Весело будет рассказывать, как вас убивали. Никто не узнает, что с вами случилось. Охренеть. Офигеть вообще. Твою мать. Так вот, почему народ меня просил вступить к соратникам, да? Серебряная рука. Так, золото, оленья отбивная. Золотое жерелье. Надеюсь, я тебя не напугал. Малёха только. Что это было? Это благословение, неспосланное некоторым из нас. Мы становимся подобны диким зверям. Мы вселяем ужас. Ты собираешься сделать меня вервольфом? О нет, звериная кровь не выходит за пределы круга. Докажи сперва, что можешь быть соратником. Следи за добычей, а не за луной. Нам нельзя останавливаться. Не забывайте про Драугра. Понятно. Слушайте, но я уже перестал жалеть, что я
попал в эту гильдию. Прикольно. Вервольфом-то быть вроде как никаких штрафов тебе и не дает. Одни плюсы. Так. Хедшот. Давай, Фаркас. Фаркас. У меня всегда с ударением какая-то проблема была, особенно когда я уставший. Но сегодня у меня, честно скажу, язык заплетается просто. Меч разрядился. Ну и ладно. Пока что нам особых сложностей не встречается. Так, золото. Зелье. Орчья стрела. Серебряный меч, подожди. Чё, правда что ли? Особенно эффективен против нежити. Прям как у Геральта. Шкура. Фу, пакость. Стоит неплохо. Бесит только, конечно. Ну да ладно. У меня-то меч, конечно, получше. Отсюда, наверное, как кто-то выломится. Нет? Ну да. Так, здесь нет никого. Вот это, кстати, может встать. Хорошо. Отлично. Подожди, нет, можно клинком все это проделать. Вроде никого больше нет. А он там наверху. Ты посмотри, как он меня услышал вообще. Тебе придется подниматься. Ладно, вот тут разбирайтесь, пока мы лучника снесем. Нет, не хватит. Так, тут еще кто-то был, да, по-моему, кто-то меня стрелял из лука. Так. Смотри, какой мощный. Я покажу тебе, как дерется настоящий орк. Хорошо, это их местный громила был, типа. Ладно. Серебряный двуручный меч. Они все серебром, да? Прям-таки фильм «Другой мир». Так, ну что, панкуша. Собираем. Меч неплохо стоит. А, прикольно сделали, да, то, что после драки меч весь в кровище. Я не помню, было такое обливание, в него не очень много играл. Мне он, честно говоря, вообще не понравился. Но здесь это прям очень круто реализовано. Ладно. Что там такое? А тут что у нас? А, все понял. Там мы были. А тут у нас стальной меч, зелье. Еще зелье. А это ключ, что ли? А это инструмент для бальзамирования. Тоже полезно. Только не мне. А, уже вижу. Уже вижу. Даже двоих вижу. Добрый день. Не вставай. Вот вас. Вас я вообще не люблю. Вам точно вставать не надо. А, давайте что ли зарядим наш меч. Хуже, я думаю, не будет. Так, заряд. С помощью крохотного камня душ.
пусть маленько жжет. Тут кто-нибудь есть? Тут я. О, это опять здоровяк. Уже разряжен, что ли? Да нифига себе. Чё так быстро-то? Подожди. Чё-то странно. Так, серебряный слиток. Хорошо. Хорошо. Будет чё продать. Здесь у нас особого стелса, конечно, нет. Кто нас заметил? Ты что ли? Не надо нас замечать. Блин, да не грохочи своими латами. Адепт. Это может быть сложно. Тихо. Бляха-муха. Так, вот так вот, вот где-то. Блин. Так, может. Да, отлично. Оно того явно не стоило. Ну, хотя подняли навык взлом. Тоже по-своему хорошо. Сдается мне, что вот из этих вполне могут выломиться. Тихо, вижу. Ну, придурок. Не надо палево. Готов. Еще есть кто? Похоже, больше никого пока, да? Да, вот еще один стоит. Опять громила этот. Блин, миллиметраж. Ну ладно, хоть так. Ладно. Пора вступить в открытый бой. Кстати, мне говорили, что если дольше держать... Блин, своего попал. Если дольше держать кнопку крика, то крик, соответственно, будет мощнее. Честно говоря, не заметил. Ну, да, пощады врагам не дождаться от Фаркас. Поэтому, если кто-то говорил, что если дольше держит, то сильнее, пишите мне, каким образом вы этого добились. Потому что у меня вот я держу кнопку, оно сразу нажимается. Что на клавиатуре, что на геймпаде. Что так, что эдак, короче говоря. У меня так не получается. Возможно, я что-то делаю не так, возможно, это как-то прокачивается со временем. Тихо. Наступил опять. Ну чё, придется драться. Аркас, помогай. Так. Зелье. Довольно сильные враги. Фу!
надо отметить. Надеюсь, со вторым. Блин, чуть не ударил опять тебя. Фух. Неприятные были типа. Золото и серебряный меч. Серебро, цвет мед. Сколько у меня там вес тоже? В принципе, пора, я думаю, прекращать собирать эту говнину. Оставить на более хорошие вещи. Древняя крипта. Сдается мне не так все просто. Я-то думал, мы уже почти дошли. Но судя по тому, что мы переходим на новую локацию, все только начинается. Но ради того, чтобы стать вервольфом, я думаю, это можно потерпеть. Тем более, в принципе, путешествие довольно-таки интересное. Если бы, конечно, не вот этот вот уродец, который постоянно нас палит своими громкими шагами. Тихо. Ты что-то стоишь. Как-то странно он стоял, надо отметить. Тут кто-нибудь есть? Тут я. Так, лечение уберем пока. Золото. Песни возвращения возьмем. Хорошо. Из соседней комнаты доносились звуки боя. Вполне возможно, что там живых-то уже особо никого и не осталось. Я вижу внизу раз, два, три трупа. Четыре. Интересно, девки пляшут. Что-нибудь слышишь? Да откуда вы меня вообще заметили-то? Ну-ка. Ага, притворюшка. Хорошо. Еще есть притворюшки? Вон вижу одного. Да блин, вот вечно она выше прицела летит. Когда же я к этому привыкну? Так, еще. Ладно. Вполне неплохо. Сколько вас тут неупокоенных. А мы, блин, я уж подумал, ловушка очередная. Мы, похоже, воюем с каким-то кланом борцов с оборотнями, что ли. Серебряное оружие, все дела. Так, нежить полезла. Хорошо. Пятьдесят золотых, серебряный двуручный меч. Отлично. Еще есть желающие? Вроде нет. Сундуки. Круто. Так, надо сохраниться опять же. Почаще надо сохраняться.
для подстраховки, так сказать. Так, где это я? Понял, вижу. Да ладно, в принципе. Вроде бы он один. Пора покончить с этой гурой. К нам кто-то идет. Ух ты, сколько вас. Удачный удар! Со спины попилим вас по-быстрому. Да какой осторожнее, в тебя не попадает даже. Давай отдыхай, у тебя что-то жизни вообще мало. Но ты бы отошел, что ли, в тебя стреляют. Дебил. Ты кто такой, орк, что ли? Орк, говорю. Так, мне нужно, во-первых, принять маленько зелий, потому что 3 это все-таки чуть-чуть лишнего для меня. Во-вторых, зелье силы. Нет, не зелье силы, а зелье запасы сил. А то я выдохся с вами драться. Не хватит. Хорошо. С трудом испилил их. Перья ястреба. Интересно, их можно съесть? Я их съел, у меня какой-то положительный эффект на меня наложен. Съедим. Восстановление запаса сил. Понятно. Так, надо лечиться. Причем двумя руками сразу. Теперь нам нужно посмотреть. Подожди, не в ту руку зачем взял. Смогу ли я открыть эту дверь? Сохранимся, потому что я могу потратить на это кучу аптечек. Ой, аптечек или мычек. Не в эту сторону. Не в эту. Ага, как-то вот так, значит. Супер. Навык взлом повышается. Хорошо. Противоядие, прах вампира, костная мука, морозные соли. Но это все жрать я, наверное, не буду, а вот на алхимическом столике смешать не помешает. Хорошо, сдается мне, что мы подходим уже к развязке. Ключ от древнего Каирна. Подбираемся потихоньку к развязке. Может быть и нет. Ой, ты откуда взялась? Пакость мелкая. Хорошо. Ты посмотри, какой здоровый, да? Мумии какие-то.
Да. Вот, кстати говоря, алхимическая лаборатория. В бою? Я не в бою. Давайте попробуем смешать всяко-разное. Скажем, корень нирна, костную муку, крыл синей бабочки и морозной соли. Или все. Хорошо. Открытый эффект повышения навыка колдовство. Повышение навыка колдовство, урон запас сил. Понятно. Редкая гадость получилась. Вон оно, что значит. Так, куда нам теперь? А, вот. Поперек морды. Что-то куда-то нас эти пути ведут и ведут. К паукам. Ох ты, какая мразь там бегает. Ты посмотри, да? Ты пролезешь ко мне сюда? Давай, иди, воюй с ним. Ему вообще по барабану смотрю. А, нет? Ну, тогда приготовься к смерти. Я голову сниму. Где второго допинай? Вот так. Так, что у тебя есть? Яд обморожения. Могу я помазать, кстати говоря, на оружие? Так, если только вот так как-нибудь. Нет, возможно, в зельях. Я, честно говоря, уже забыл. Так, использовать. Да, на клинок, круто. Теперь у меня новый эффект на клинке. А ты тут откуда взялся? Ты драться вообще в смысле не будешь? Посмейся мне еще. Ладно, запинал в одиночку. Нам не привыкать, как говорится. Что-то, честно говоря, места все хуже и хуже. Там у нас очередная нежить. Так. Да что ж с тобой? Все, ладно. Нормально. Так, золото, медный луч, хорошо. Наше предприятие уже окупилось. Сколько серебряных мечей набрали, да еще украшения. Это всегда хорошо. Вон притворюшка лежит. Нет, нет, это мертвый. Да, притворюшек тут нет. Это хорошо. Это тоже. Вроде как никто тут не притворяется.
что-то очень много таких штук, откуда могут вылезти зомбятины. Поэтому я сохранюсь. Там вон слово силы. Сейчас мы его возьмем. И отовсюду, я думаю, полезут эти гады. Могу я как-то предварительно, допустим, разломать? Нет, похоже. Так, возможно, я смогу сюда пробежать и тут их сдерживать. Потому что на тебя, честно говоря, надежды Фаркас особо нет. Камни душ. Зелья. И обломок. Ну ладно. Обломок мы успеем взять. Так, сохранились. И новое слово силы. Огонь, огненное дыхание. Круто. Давайте-ка его сразу выучим. Так, крик, огненное дыхание. Открываем. Так, все, берем эту штуку. И, ну-ка, полезли. Видимо, нет? Кто-то полез. Круто! Хорошее дыхание. Ну ладно, самый слабый раз вылезли, значит, ничего страшного не произошло. Там еще кто-то лезет, конечно. А нам, похоже, надо возвращаться, да? Так, а ты откуда взялся? Давай, иди ко мне. А ладно, ты им занимайся, а я вот этим вот. Пока что самое крутое заклинание. Самый крутой клик. Да я тут при чем? Тебя со спины бьет. Ну, давай. Раздавлю тебя, как муху. Тебе не победить. Ладно, вот это мой. Да сколько вас тут ешь, ваша мать? Стоять боятся. Шо? Да ты посмотри какой. Еще кто есть? Мне, честно говоря, уже задрали. Так, мне надо лечиться. Лечение. Да блин, я две руки же поставил. Что-то мне сегодня все из рук валится. Ой. Я прошел сквозь стену. Обалдеть. Так. Что у вас там происходит? Давайте пока откроем. Так. Так. Да тебе самому не стыдно, блин, а? Ты смотри. Вообще никакой. Так, все, уходим, что ли? Я так не понял, тут другой выход есть? Да. Похоже, нам тем же самым путем пилить. Хотя, давайте осмотримся.
По-моему, там наверху все-таки не было выхода. Хотя могу и ошибаться. А вон там что-то есть. Так что вру. Все, мы таки выбрались отсюда, похоже. Было увлекательно. И новое дыхание мне понравилось. Наконец-то полезной магии, потому что тут откидывающее, я и ничего особо не успел. Не за что ее, короче говоря, любить. Толкает и все. Так, а выход у нас тут, да? Да-да. Круто. Мы выбрались. Это что за щит такой? Обалденный. Да, щит знатный. Не очень хватит, наверное, мне кажется. Но при этом выглядит, конечно, просто обалденно. В принципе, ладно. Ух ты, опять на небе. Северное сияние. Офигенно. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. Доберемся до Вайтрана в следующей. И там уже будем дальше разбираться. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.